рамках совместных заседаний Общественная палата и Олимпийский совет Ульяновской области встречаются не впервые. На этот раз в повестке дня ключевой темой стоит вопрос реформации спортивной отрасли. Положительный импульс к этому процессу задал Сергей Морозов. Для чего была им утверждена комиссия, там в составе два сопредседателя, значит, один из них ваш покорный слуга я, другой Сергей Сергеевич Кузьмин и, наверное, одни из самых авторитетнейших вот членов экспертов нашего сообщества. Одна из экспертных групп Олимпийского совета не заставила себя долго ждать и на заседании отчиталась о проделанной работе. Группа проанализировала деятельность Минспорта, подсчитала количество специализированных школ и оценила их техническую базу. И это только малая часть показателей. Всех их они сопоставили с работой министерств в других субъектах ПФО. По некоторым позициям Ульяновская область занимает 4-е место с конца. Предложение, значит, в тех вот муниципальных образованиях, где построены новые спортивные объекты, сделать нормальную ставку. Значит, председатель спорткомитета, а вот в этих 22 доплатить, значит, председателем спортшкол, директорам спортшкол, чтобы они более активно развивали спорт на территории Ульяновской области. На заседании также присутствовал десант олимпиоников. Прославленные чемпионы не планируют сидеть сложа руки и активно подключаются к процессу реформации отрасли. То, что имеется у нас за плечами, мы готовы поделиться этим, рассказать, какие возможности у нас есть, что мы можем предложить. Ну, я имею в виду не только себя, но и тот большой десант, багаж, который у нас имеется, отработанный на федеральном уровне. В ходе заседания его участники обсудили работу Общественного совета Министерства спорта. Состав его обновится. Из 144 желающих войти в региональную общественную палату, 10 человек изъявили желание всерьез заняться вопросами спорта. Основной задачей Общественного совета станет оценка качества предоставляемых услуг. Первое заседание мы тоже будем проводить на площадке Общественной палаты для того, чтобы дать старт именно этому движению, потому что в Общественный совет записались люди достаточно активные, которые имеют огромное желание принести пользу нашей Ульяновской области. Рената Алиулова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.